Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Realme GT 2 Pro. Сейчас я покажу, как на этом устройстве изменить время и дату. Для этого мы с вами открываем приложение настройки, спускаемся вниз, затем нажимаем на кнопочку системной настройки, после чего дата и время, и отключаем автоматическую дату и время. Нажимаем дата, выбираем нужный день, нужный год, время. Нужное время устанавливаем, и оно сразу автоматически вверху устанавливается. Видите, сейчас 18 февраля поставил, откатился до прекрасных времен. Так сказать, если вот так, то вообще идеальные времена были. Вот, и, собственно, вот, видим, времена откатились, к сожалению, не в жизни, но откатились. На этом все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.